Я считаю, что если Россия введет войска на Украину сейчас, даже миротворческие, это будет означать как раз началом Третьей мировой войны, что очень нужно американцам. Им нужна эта война. У них огромные внешние долги, которые погасить они, у них не получится никак. Для того, чтобы их аннулировать, им нужна вот эта Третья мировая война. И они активно разжигают конфликты по всему миру. С Сирией не получилось, сейчас они бомбят Иран опять. Так что как-то вот так вот двигается политика наша.